остановились в магазине в этом, идем теперь в МВидео с мужем. Вот, посмотрим, почем нынче айпады. Не могу загружать видео. Никак не получается. Просто ужас какой-то. Вот. Посмотрим. Может, накопим с двух своих пенсий. Ограничивай мою свободу. Чем я ее ограничиваю? Тем, что руки в карманы держишь. Господи. Вот это обидно, что у меня ни одного подписчика. Блин, не позорь известного красивого блогера. Ни одного подписчика. Ты канал заведи сначала, и будут у тебя подписчики. Думаешь, это так легко? Ходить снимать. Видишь, лапку, рот, все. Ну да, потихонечку магазины. Одни умирают, вторые... Рестораны. Вторые расцветают. А японские в порядке? Я никак не знаю. Неужели столько любителей этих роллов? Ну а что роллы, господи? Та же красная рыба. Сырая, сырая. Какая разница? Торговый центр Надежнева. Вот идем в МВидео. Заодно зайдем в Экспресс. А в МВидео посмотрим, почем нынче гаджеты. Святая святых. Вот она, святая святых. Где мой любимый гаджет? Здрасте. А Apple-овские планшеты есть? Можно посмотреть? Ага. Вот iPad mini 4. Вот он. iPad mini 4. Ёкарный бабай. 64 гигабайта, 36 тысяч. 128, 49. А мне хватит для моего блога? Куда тебе не хватит? Для съемки. 128. Помацать можно, да? Можно, да, конечно. У меня старенький, четвертый. Смотри, размер тебя устроит. Размер устроит, в очках я все вижу. Ребята, меня размер устроит. А ПО вот новый совсем, совсем другие дела. 128 гигов, сколько? 58, а там 41, да? Да. Ну, это тут, тоже устроит. Ну тут 256 еще. Еще могу 200... Нет, не могу. Цена больно, но 256 велика. А вам сим-карты, без сим-карты? Сим-картой. Симка тогда будет второй ряд. Симка второй ряд. Да. Ага, симка второй ряд. Ребят, смотрите. Ой, не, сюда не смотрите. Вот сюда смотрите. Симка, так, отсвечивает, а вот так. 51 тысяч, 46 тысяч. Второй ряд. 46, а будет 27. 20 тысяч. Буба, давай мне подарок. Руки трясутся даже, увидела гаджет свой любимый. Здесь iMovie уже стоит. Так, так, ну здесь сафари, интернета нет. Ладно тебе вещь таскать такую, я же с собой на дачу буду таскать. Мне же на даче тоже снимать надо. Давай, Алке, сообщение напишем в месседже. Ой, вообще, так, запоминаем цены. Сними все. Да сними, я снимаю. Вот они. Ух ты какой! О, какая красота! Нет, такой у нас не уместится, у нас места мало. Меньше-то есть. А что ты смотришь? 150 тысяч! 85. С пенсии ты свои будешь отдавать, да? Ну, не знаю. Мне кажется, наш меньше. Может, какой попроще? Ой, смотрите, какая красота. Как в рекламе. А что на нем ты будешь смотреть? Программ только для него нет. Ну да. За 119 тысяч смотреть только ролики. Красота. Представляете? Нет, это, конечно, красиво, но 119 тысяч. Будем смотреть вот такие ролики. Вот, вот этого, ну, вот я говорю, герой рекламы, в принципе, можно. И, по-моему, он по размеру нам подходит. Цена, конечно, тоже 70 тысяч, но если не пить, не есть, гулять побольше, можно купить.
красивый. Но здесь цена такая, что еще дольше гулять придется. Вот, уходим несолоно хлебавшись из магазина. Мы, правда, все посмотрели, цены знаем. Все, идем домой. Сейчас зайдем еще в фикс прайс. Посмотрим коврики, которые Аллочка покупала за 250 рублей. Мы сейчас ей за 55 купим. Все, поехали, фикс прайс. Ну, заходим. Посмотрим, что есть интересного. На, жди. Идем с вами сразу к коврикам. Последний раз были в магазине с Машкой, и она потеряла руку от куклы. Знаете, как обидно. Мы оббегали весь магазин, весь Ханой, а руку так и не нашли. Быстро там убирают, чистенько и аккуратненько. Так, ну что, идем смотреть коврики. О, вот они, коврики. Ну, здесь расцветка, конечно, не очень. Ну, может быть, Аллочке вот такая понравится. А что, давайте возьмем. Выбрали вот эти коврики для Аллы. Забираем с собой. Полотенчики. Продукты в фикс-прайсе не люблю. Смотрим, что еще здесь есть интересного. Кстати, девчонки, вот эти тряпки для пола. Это, конечно, супер. Я на даче их использую. И дома. Вот они разных цветов. Синенькие, зелененькие. Замечательные. Мне они очень нравятся. Какая красота. Набор тряпок. Мне кажется, они не впитывают эти тряпки. Сейчас я схитрю. Еще вот таких тряпочек возьму. Смотрите. Рис. И два. Не, раз. Только раз. Так, а для моего коврика что-нибудь есть? Какие-нибудь тряпочки? У меня коврик такой оранжевенький. Оранжевенький. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Блин, не подступишься. Не, Аллочки только возьму. Поводок для Женьки я оставила на даче. Вижу здесь поводки, но боюсь, рулетка. Боюсь, что это фигня на постном масле. Что-то мне верится с трудом. 2,5 метра для собак до 5 килограмм. У меня есть там. Может, попробовать? Ладно, уговорили. Попробую взять. Не знаю, что беру. Не возьму я эту хрень. Повесила на место. Так, тарелки. Тарелки. А, у меня вот такие тарелки на даче. Я обожаю стеклянные тарелки. Сколько здесь всего разного. Сеточка, не сеточка. Это что такое? Корзина для фруктов? Картошку мне хорошо чистить. Вода стекает в раковину. Прям вообще красота. Мисочки, чашечки, конфеты. Чё-то я побаиваюсь здесь конфеты брать. Может, конечно, и зря. Конфеты, печенье. Они все в тепле стоят. Жарень какая. Вот, в общем-то, все новые товары. Знаете, такое. Что это такое? Открывалка. Господи, что только не придумают. Открывалка. Ну ладно, все, на этом закончим. Поход фикс-прайс. Для отдел с нижним бельем. И вот это вот не понимаю, что это такое. Кто знает, расскажите.
Посмотрите, что это такое? Непонятно. Накладка для какого места? Ну все, уходим. Уходим домой. Ярмарка небольшая. Вот идем на ярмарку. Купим виноградик, а то без фруктов я совсем никак не могу. Здрасте. Здрасте. Ваш виноград у меня прижился. Прижился? Да, давайте еще такого же. Какой? Зеленый брали или красный? Красный. Красный? Да. Красный, вкусненький. Сколько вам? Вот такой. А давайте три веточки. Три веточки, да? Ага. Это пойдет? Это наш отечественный? Да. Да, пойдет. Пойдет. Два. Ой, подержите. Угу. Второй. Второй. Два. И вот этот третий. Давайте, да. Пойдет. Кабрица эти все равно разорвется часть. Спасибо. Вот, купили с вами виноградик у меня. Так, 490. Ксения, у меня мука закончилась, хлеб не из чего печь. Честно говоря, я даже не знаю, где эта мука здесь. Наконец-то вот. Сейчас возьмем. Хлебопекарный. Слушайте, ребят, маквы нет. И чё? Ну ладно, возьму вот эту, не знаю, что это за мука. Ой, это, а здесь всё мука Дикси. Что-то я боюсь эту муку брать. Не, пошла-ка я опять в Магнит. Не нравится мне все это. Сюда. В этом магазине нет, в том магазине нет, в Дикси нет. Сейчас в Магнит с вами дойдем. Может быть, там будет мука Макфа. Ничего, самая нормальная мука. Со значком Дикси я боюсь брать. Может, кто брал, поделитесь. Со значком Дикси как-то страшновато. Вдруг там крахмала намешана немерено. Раздует. Хорошо. Блин, так мерзко. А вот мы подошли с вами к Магниту. Пошли. Проверим, как всегда. Открывается или нет. Все, пошли за мукой. Надрываться не буду. Возьму тележку. Я бабушка-старушка. Ребят, я печенье забыла взять в Дикси. А здесь, наверное, нет такого. Ёлки-палки, у нас такого печенья нет, но я больше не пойду. Сейчас будем искать печенье. Нет, это не я. Я ем другую синтетику. Юбилейная вафля. Не, ну офигеть, нет этого печенья, которое я люблю.
честно скажу, я расстроилась. Ну что, вафли, что ли? Коробка. Ну, давай вот эти. Вот к чаю возьмем. Так. Что за фабрика мы с вами взяли? Зелено по ГОСТу. Шоколадный с двойным вкусом. А это что? Со вкусом чего? С шоколадным вкусом. С вареной сгущенкой. С ванильно-сливочным вкусом. Ой, господи. Не знаю, съедобно или нет. Возьму две таких и все. Я не буду капризничать. Не до разносолов. Ну и все. Взяли. Конфеты брать не буду. Не хочу. Все. Мы с вами купили муку. А с вами купили вафлю почему. Ну и уходим. Давай возьмем сумку на колесах. Нет. Он пошел в магазин, у него две сумки. И у меня теперь две сумки. А вас хоть в зубах неси. Короче, возвращаемся домой. Он пошел еще в один магазин зайти. Ну что, пока руки-то есть его свободные. Он мне на работе поможет мне с продуктами. Хочешь, не хочешь, тащи эти сумки до дома. А так бы сейчас сумка на колесах. Везла бы и везла. Че, ей не тяжело. Вон, как чемодан на колесах у девушки. Я, между прочим, не стесняюсь сумки на колесах. А что, зря приспособление было изобретено. Очень удобно. Она везде едет сама. Ты так ее держишь, чтоб не упала. Очень люблю. И давно, кстати, пользуюсь. По-моему, лет 40 у меня появилась первая сумка на колесах. Очень удобно. На даче с ней ездили, когда Машка была маленькая. Муж у меня за рулем не очень любит машину водить, ездить за рулем не очень любит. Так по необходимости. Хотя у нас и есть машина. Ну вот. Короче, вот так. Сейчас уже домой приду. Женька меня встретит, все принесу. Борис уже там. И будем готовить. Так, ну ладно, все, я, в принципе, к дому уже подошла. Спасибо вам большое за компанию. Дотащила я свои две сумки с мукой. Спасибо, что могли муку купить. Все, до встречи. Пока-пока. 2 килограмма муки. Какие 2 килограмма-то? 2 пакета по 2 килограмма муки. 4 килограмма только одной муки. Ой, ужас. Чуть руки не оторвались. Так что вот так. Ну вот теперь точно все. Пока-пока.